слишком быстр для тебя. А, эта картошка фри, ничего. Наверное, она из русского картофеля. Россия лучше всех. Я ими займусь. Расслабься, красный страж все уладит. Ты расслабляешься? По тебе и не поймешь. У тебя глаза такие злые, как у зимнего лиса. Да, слушаю, офицер. Это обычная проверка. Скажите, куда вы едете? Ну, да... К сестре. Да, в гости к нашей сестре. У нее день рождения. Значит, вы братья? Что вы купили ей на день рождения? Никак не могу придумать, что подарить жене на Рождество. Свитер. Телевизор. Вы купили ей свитер, а еще телевизор? Да, вот это щедрость. Очень мило. Куда вы едете на самом деле? Выйдите из машины и держите руки... О, эй! Опять оружие? Ну зачем? Я же заговорил ему зубы! Цель обнаружена. Начать преследование. Соблюдайте осторожность, но поймайте их. Садись, ковбой. Поехали ловить суперсолдат. Не нужны эти пули. С врагами надо пускаться в пляс. Это же великий балет насилия. Ого! Ух ты! О, опа, опа, опа! А это еще откуда взялось? Она была у тебя все это время? Что? Нет, нет, не стреляй, а танцуй! Эй, езжай прямо! Я говорю, танцуй! Да перестань ты! Танцуй! Танцуй! Заклинило. Знаешь, что Карл Маркс говорил о машинах? Они делают людей ленивыми. Стойте, стойте! Все кончено! Сдавайтесь немедленно! Красный страж никогда не сдается! Какого черта? Потанцуем! О, зимний лис и красный страж! Продолжение следует. Что если? Смотрите новый сезон на Lost Film TV.